контроль здоровья. Может, потому что сюда африканцы какие-то прибывают? Как ты думаешь? А, может быть. А? Смотри, какие прикольные фигуры там. Угу. А. Ты по-мальтийски знаешь что-нибудь? По-мальтийски вообще ничего. Ничего не знаешь? Ничего совершенно. Ну, ничего. Вот Мальта, видишь, карта. Ага. Три маленьких острова. Вот, точнее, один большой, второй, это последний. То есть эти все три, это и есть Мальта, да, получается? Да. Здесь у них реклама такая интересная, своеобразная. А, вот так вот, новая страна, новые движухи. Ботинки. Автоматы. Игровые. Казино, видать, любят здесь поиграть. Да-да-да. Игроки такие сидят. Завлекают нас в покер поиграть. Вот здесь сразу машину можно брать. Кажется, это нас встречают. Я говорил, чтобы нас на белой встречали. Только шофер куда-то сбежал. Сырные вещи, молочные. Сырные, мясные. В смысле, то есть мальтийский сыр отсюда вывозить нельзя какой-нибудь? Или какое-нибудь мальтийское мясо? Евросоюз. Как? Из Евросоюза в Евросоюз. То есть, точнее, не за пределами Евросоюза. Мальтийский. Так, рюкзачок сейчас наш, главное найти, и все будет нормально. Красавец. Так, здесь уже надо gracias по-другому говорить. Здесь уже не gracias. Пока не знаю. Пока не знаем, да, какой здесь gracias. Будем говорить баркул тогда. На, держи-ка эту штуку, я сейчас рюкзак наш возьму. Возможно. Ну куда ты, дорогой? Дорогой, стоять. Ну куда пошел стоять, говорю? Стоп. Ну ладно, не хочешь. Придется брать так. Испачкали. Так, лучше вот здесь вот мы эту операцию проведем. С этими рюкзаками, сумками. Так, друзья, пока все. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию. Находимся в аэропорту Мальты.